пойдем покатаемся. Леша! Леша! Лешенька! Помогите! Леша! 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 Успокойтесь, пожалуйста, и постарайтесь вспомнить, как он выглядел, этот мужчина. Да ничего же особенного. Мужик как мужик. Да и представить себе не могла такого. Ну, он совсем молодой был, лет 20-25, но с такого расстояния... Ну что вы, ему было не меньше 30. И одет он был в белую рубашку, джинсы, на глазах темные очки. Нет, у него была серая рубашка, да, и очки были. Господи, господи, что же с Лешенькой-то теперь будет? Одинцовы мне этого никогда не простят. Отличное качество международной и междугородной связи. Низкие цены и отличное качество международной и междугородной связи. Девушка, а что, действительно хорошая связь? Конечно. МТТ-сеть полностью цифровая, это обеспечивает отличное качество связи и низкие тарифы. Угу. Ну, цифровая связь, понятно. А, девушка, скажите, а могу я вам позвонить? Из другого города. Через МТТ? Угу. Вы можете позвонить мне из любого города России, особенно если там для абонентов введен «Хочусь». Кстати, в Питере он уже есть. А, «Хочусь». Угу. Да, «Хочусь» позволяет вам сделать выбор оператора прямо во время набора номера. Угу. Набирайте 8, код 53, угу, код города и мой номер телефона. Ваш номер телефона, если можно, запишите, пожалуйста. Ну, знаете, на всякий случай, ну, вдруг надо будет разобраться с этим «Хочусь». Пожалуйста. Ладно. Еще одна просьба. Последняя. А можно несколько листовочек для моих товарищей? Это вам, а это вашим товарищам. Спасибо. Расследование похищения требует массу времени и сил. На нашем отделе, как вы знаете, много нераскрытых убийств. Еще что? Так. Вам еще весной обещали в управлении на наш отдел дать нового человека в помощь. Угу. Ну и вообще этим должен заниматься УБОП. Андрюшенька, речь идет о похищении ребенка. Ну, пожалуйста, давай попробуем. Полковник Петренко. Что? Уже оформил? Молодчина, молодчина. Все, сиди, жди. Ну что? Прибыло к вам подкрепление. Сидит и ждет вас в кабинете. Ждет не дождется, когда его подключите к делу. Все ясно. Сидит там какой-нибудь зелененький лейтенантик. Юрий Александрович, но нам же еще нужно дополнительное время, чтобы обучить его. Подожди, Толя, чем ты недоволен? Чем ты все время недоволен? И так вам плохо, эдак. Идите к себе в кабинет и подключайте товарища к расследованию. М? Слушаемся. Слушаемся. Есть. Не понял. Во как! Подарочек-то. Привет, стоит самым скорпионом. Ну, ребята, я вас тут уже заждался. Ваше сиятельство. Сколько же можно совещаться? Водолей. Родной ты мой. Какими судьбами, князь? Дело в том, что Марс у нас вошел в соединение с Юпитером. Марс вошел. Марс вошел. Соединение с Юпитером. Это очень важно. Так. В результате чего Петренко и оформил мне перевод из области к вам в отдел. И еще добавил при этом. Спасай, говорит, князь. Совсем без тебя мои ребята зашиваются. Здорово. Здорово. А Юрий Александрович не обманул. Князь. У нас тут одно дело намечается. Правда, пока, к счастью, без трупа. А вот ты как раз, пожалуйста, княженька, и возьми на себя это дело. Опа! Ну, понял. Затем и приехал. Ну, отлично! Ну что, ну здорово! Ну, еще раз здравствуй. Значит, Галина, вы утверждаете, что никакого похищения не было? Да. Алешу забрали наши родственники на выходные. Зачем же тогда милицию надо было вызывать, уважаемая? Няня просто все перепутала. Она забыла, что за Алешей должны были заехать. Да. Согласитесь, странная забывчивость, когда речь идет о ребенке, за которого она в ответе. Может, вы скажете что-нибудь? А что она должна сказать?
Похищение – это бред. Мы же не новые русские какие-нибудь. Ну, однако, и не бедные люди, судя по всему. В общем, если с мальчиком что-то случилось, ваш телефон надо ставить на прослушку. Я же сказала вам, с Алешей все в порядке. Я прошу, оставьте нас в покое. Мы не нуждаемся в помощи милиции. На всякий случай. Возьмите, это мои телефоны. Если надумаете, звоните. Всего доброго. До свидания. И все-таки я не понимаю, было похищение или нет? Было. Уверен, что было. Два человека утверждали, что видели эту машину у детской площадки несколько дней подряд. Значит, получается, что преступник выжидал удобного случая. А почему? Родители все отрицают. Не знаю. Думаю, что боятся вмешивать милицию. Но я уверен, что в результате они все равно обратятся к нам. А пока, чтобы не терять времени, мы проверяем все контакты Одинцовых. Ну, хорошо. 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 Галя, объясни, пожалуйста, почему ты отказалась от помощи милиции? Потому что я боюсь. Я боюсь, что это может повредить Алешеньке. Он... Они могут отомстить ребенку. Кто он? Кто он? Ты что, догадываешься, кто бы это мог сделать? Неужели ты думаешь, что если бы я могла предположить, я бы не сказала тебе? Галя. Я просто боюсь. А так они позвонят. Ну, так в фильмах всегда бывает. Мы соберем выкуп, и все будет в порядке. Только надо подождать, понимаешь? Они обязательно позвонят. Мне кажется, ты что-то скрываешь от меня. Ты дурак. Даже если они позвонят, это ничего не гарантирует. Они могут обмануть нас, и тогда... Тогда с Алешей может случиться несчастье. Нужно поставить телефон на прослушку, как сказал капитан. Мы должны сначала узнать, что это за люди и чего они хотят от нас. Не кричи на меня! Хорошо, я согласна. Я на все согласна. Чей же ты, малыш? Здорово, Толенька. Здорово. Здравствуй. Это кошмар какой-то. Я 20 минут пытаюсь по межгороду дозвониться. А кому ты не можешь дозвониться, Настя? Да Кондакову. Он из Москвы приезжает. Но хочу узнать время прибытия поезда. Слушай, Настя. Ну, ты живешь как в прошлом веке. Но есть же новые, современные операторы связи с цифровыми сетями. Да и тарифы у них в Москву, кстати, низкие. Толенька, какие операторы, какие связи? Ну, сейчас. Ну, где-то листовка завалялась. Так, где-то это моя листовочка-то завалялась. О. Ой, подождите, подождите. Ну, была же... О, пожалуйста, звоните через МТТ. Уверен? Да. Ну, давай.
Набираю. 8, 5, 3. Алло, Митя? Да, это я. Ну что, ты приезжаешь? Ну что, я говорил? Какой поезд? Хорошо, вагон. Ну хорошо, мы тебя встретим. Целую. Спасибо, Толь! Привет. Здорово. Сейчас. Маленький. Гуляй. Здорово, Вань. А, привет. Что это за зверь на работу притащил? У нас тут вроде не зоопарк. Да он потерялся, я его на улице нашел. Да? Тоже мне пес. У него, наверное, и хозяев-то нет. Страшненький какой-то. Это что, итерьер породистый? Да? Нет, Вань, понимаешь, мне все равно. Ну, смотри, если мухомор увидит, что ты здесь живой уголок открыл, мало не покажется. Я тебе точно говорю. Да я только до вечера, а потом домой его заберу. Слушаю, капитан Княженко. Да, Михаил? Хорошо. Отлично. Ну, я подъеду к вам. Да. Коллеги Одинцовых, соседи по дому, отзываются о них замечательно. Красивая пара. Чуткие, внимательные, воспитанные. Все их любят. Да не бывает так, Настя. Даже вот меня и то не все любят. Неправда, Толенька. Тебя любят все. Да? Да. Да. Да, да, да. Дальше. Ну, Одинцовы не давали никакого мотива для неприязни. Никому не мешали, жили дружно, никому не были должны. Вот тебе мотив. Зависть. Живут неплохо, да к тому же еще и богаты. Да какие они богатые, Толя? Ну, живут, конечно, в достатке. Но по нашим временам ничего особенного. Так, стоп. Что дала прослушка? Пока ничего, Юрий Александрович. Ничего? Пока ничего. Так. За все это время ни одного подозрительного звонка. Галина Одинцова совсем плоха. Сутками глаз с телефона не сводит. Ну вот, что я вам скажу. Больше ждать нельзя. Подавайте в розыск. И еще объявление с фотографией на телевидение, в прессу. Может, найдется тот, кто видел мальчика. Давайте, давайте, давайте. Готовьте 100 тысяч долларов. Позже мы сообщим, куда их принести. Не вздумайте обращаться в милицию. Я не позволю тебе впутывать милицию. Это очень опасно. Галя. Галя. Пойми, у нас нет другого выхода. Мы не соберем столько денег. Мы что-нибудь придумаем. Мы продадим квартиру. Нет, это очень долго. Мы одолжим под нее. Точно. Опомнись. Этим людям нельзя верить. Где гарантия, что мы отдадим им деньги, и они вернут нашего мальчика? Где гарантия, что он вообще жив? Что? Галя. Что ты сказал? Галя. Галя. Галочка. Ну, прости. Прости, я не хотел. Пойдем. Княженко ждет. Мы просто поговорим, посоветуемся. Вместе решим, что делать. Пойдем. Хорошо, согласна.
Поймите, если вы примете их условия, то подвергнете своего сына огромному риску. Он ведь видел своих похитителей. Значит, для них он сейчас является опасным свидетелем. Да, вы правы. Галя, мы должны довериться милиции. У нас нет другого выхода. Миша, я не знаю. Я боюсь, я правда очень боюсь. Я понимаю, как вам тяжело, но все же вам нужно сделать выбор, кому вы доверяете больше. Либо нам, либо преступникам, похитившим Хорошо. Вашего сына. Мы сделаем все, что вы скажете. Вот и отлично. Нет, я по фонтанке. А я по неделю, как рыба подводная лодка, а я на легком коне, и тут... Так, товарищи офицеры, внимание. Майор Соловьев из УБОПа будет работать с нами в группе. Капитан Абдулов. Очень приятно. Капитан Дукалис. Капитан Книженко. Книженко, докладывайте смелее. Ну, значит так. Преступники перезвонили Одинцовой и назначили место встречи вот здесь, в парке. В принципе, эта местность хорошо просматривается, значит, они хотят убедиться в том, что нас нет на хвосте. Кроме того, они предупредили ее, чтобы она взяла с собой мобильник и держала его включенным. Такое ощущение, что они детективов начитались. Это ладно. Главное, чтобы они не изменили место встречи. Иначе зачем телефон? Да, да могут. Они еще могут заставить потаскаться ее по городу. Ну, как ты правильно сказал, князь. Чтобы убедиться, нет ли хвоста. Ну вот смотрите. Вот здесь нас не засекут. И местность в этом радиусе нами просматривается. Кроме того, дороги перекрываем, так? Мобильник Одинцовый мы прослушиваем. Значит, если они поменяют место встречи, мы за ней не следуем, а передислоцируемся сразу туда, куда они и скажут. Угу. Дальше. Толь. Угу. Ты с соратником. Да, да, с соратником. А где этот соратник ваш? Где он? Юрий Станович, Ваня отсыпается после ночного дежурства. Ребята, Толя, ты с соратником. Понятно. Да, вот здесь. Ребята из УБОПа вот тут. Хорошо. А, это на тот случай, если придется перехватывать машинами. Машины. Да. Ага. Настя, мы с тобой ведем Одинцова. Ну, с вами будет еще пару человек из УБОПа. Со мной? Спасибо. Если преступники попробуют скрыться на машине, вы уверены, что их успеете задержать? Конечно. Юрий Александрович, мы же ставим две машины на выезде. Вот здесь и вот здесь. В общем, как я уже говорил, мобильник Одинцовый нами прослушивается. Значит, если они меняют место встречи, мы в курсе. Ну и УБОП перекроет весь район. Опа! Кажется, все, что возможно, учтено. Главное, не спугнуть преступников раньше времени. Ну что же, в добрый час. До свидания. Да-да-да-да. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Иван, я тебя до которого времени отпускал? Почему ты опаздываешь? Извините. Значит, по плану операции вы с Дукалисом... Ты что, Ваня, приболел? Да это не я. Это что такое? Это откуда такое? Кто это? Это туйтерьер. Я его на улице нашел. А мама сказала из дома унести. Я вот не знаю, куда его теперь. Ну, давай у меня оставим. Ага. Сажай в коробку его, а потом после операции я тебе расскажу, что с ним делать. Спасибо. Хорошо.
Вам помочь что-нибудь выбрать? Нет, спасибо. Извините. Алло. Передадите мне деньги в окошко машины. Я ничего вам не отдам, пока не увижу своего сына живым и невредимым. Вы не волнуйтесь, с ним все в порядке. За мной будет следовать зеленая девятка. В ней находится ваш сын. Вам его вернут, когда я дам знак, что деньги у меня. На этом все. Так. У них есть два варианта отхода. Вот здесь и здесь. Как только они отдадут пацана, гони, понял? Ну что, первую машину мы берем на себя. Вань, свяжись с Соловьевым, пусть вторую возьмут они. Угу. Давай быстро, ну! Ай, Лёша! Не рыпайся. Молодец, тварь. Держи. Да лежи ты, не дергайся. Вот так. Поднимаемся. Ну, давай встали. Вот второй. Получите, ага. Распишитесь. Вперед. Давай, вперед. Я тогда с ним поеду. Хорошо. Спасибо. Не за что. Молодцы, ребята. Счастливо. Значит, говоришь, мороженое обещали? Да, и на машине покатать. Ух ты. Будет тебе и мороженое на машине покатать. Настя, будь добра, отправь парня домой, а? Без проблем. И надо сказать водителю, чтобы купил ему мороженое по дороге. Хорошо. Перепугали пацана? Неправда, я совсем не испугался. Да. Давай-давай, пойдем, родители уже волнуются. Где живешь, помнишь? Боец. Конечно, помню. А теперь поговорим. Ну, кто первый? Я объясняю ситуацию. Статья за вымогательство уже на вас есть. Значит, постараемся доказать и вашу причастность к похищению ребенка. Да какое похищение? Мы-то тут при чем? Мы про этого пацана вообще ни сном, ни духом. Просто услышали про похищение. Откуда услышали? Ну? Хочу вам напомнить, что чистосердечное признание... Да? Ну, просто в новостях услышали. Это вообще он его идея была. Я не хотел. Да ты чё, Лёха? Ты же меня уговаривал. Типа, бабла по-быстрому срубим. Ну, молодцы. Слушай, Толь. Mm. Бери-ка одного в соседний кабинет, а я тут с другим пообщаюсь. Хорошо. Встать. Пошли. Поживее можно? Рассказывай. Я вообще ничего не понимаю, Ваня. Я же вышел всего на 5 минут. Ну куда он мог деться? Как он мог из коробки вылезти? Он же маленький такой. В том-то и дело, что маленький.
И глупый, пропадет ведь дурачок. На него и наступить могли, и дверью прищемить. Да перестань ты панику нагонять, найдется он. Он просто со страху, ну, испугался, забился куда-то, заснул. Для него же все новое здесь. Я не знаю, где искать. Ну, где ты? С четверга на пятницу. Абсолютно точно. Угу. Угу. Галя пропала. Да, да. С четверга на пятницу. Хорошо, потом перезвонишь, скажешь. Все, дела. Все, пока, перезвони. Что у вас случилось? Галина пропала. Так, вы успокойтесь, пожалуйста, и давайте тогда все по порядку. Что значит пропала? Когда? Ну, я не знаю, ее просто нигде нет. Ну, это еще не причина для паники. Может, она вышла куда-нибудь, скоро вернется. Да нет же, она вообще от телефона не отходила. Она ждала какого-то звонка. Так, мы сейчас сделаем вот что. Пойдемте-ка. Пойдемте. Простите, что я вас об этом спрашиваю, но вы случайно не ссорились с Галиной в последнее время? Может быть, она имеет на вас обиду? Нет, мы не ссорились, но с ней что-то происходит в последнее время. Ну, честно говоря, мне тоже показалось, что во время нашей первой встречи, когда пропала Леша, ее поведение было каким-то странным. Да нет, это началось гораздо раньше. В общем, неплохо. Мне кажется, что она что-то скрывает от меня. Мне надо послать их в розыск. Ну, пойдемте. Проходите. Петя, прокрути-ка нам привет. Запись всех звонков Одинцовым за сегодня. Ничего особенного не было. Давай, давай, поставь, надо послушать. Это Виктор, Терещенко. Галя, возьми трубку, я знаю, что ты дома. Алло, Миш, это Антон. Перезвони, как придешь, есть заказ. Галя, это снова я, Витя. Я буду ждать тебя сегодня в 6 в вестибюле станции метро Нарвская, где обычно. Приходи, нам надо поговорить. Так, а кто такой Виктор Терещенко? Понятия не имею. Посмотри-ка, откуда был сделан звонок. Ну, я думаю, что ваша жена пошла на встречу с этим Виктором. Вы не волнуйтесь, мы его разыщем. Угу, надеюсь. Пожалуйста, держите меня в курсе. До свидания, мне нужно домой. До свидания. Всего доброго. Так, звоночек был сделан из вестибюля станции метро Нарвская. Так, отлично. Настенька. Ау. Будь добра, пробей мне, пожалуйста, адреса всех Викторов Терещенко, которые живут в районе станции метро Нарвская. Терещенко, ты забыл сказать, что это срочно. Нарвская. Настя, ты просто чудо. Ты самая добрая женщина на свете. Я тебе сегодня говорил, как я люблю тебя. Безмерно. Говорил. Но если ты хочешь, чтобы это было действительно срочно, так? Не мешай мне, пожалуйста, работать. Я понял. Умолк, удаляюсь. Поехали. Терещенко. Ну, вдруг он на улицу выскочил, а ты и не заметил. Обижаешь, Вань. У меня муха не пролетит. Я бы сразу заметил. Да и непорядок это, животное в отделении. Да он крохотный совсем. Ладно, если увидишь его, сразу мне найди, хорошо? Да ладно, сделаю. Да не переживай ты так. Найдется твой зверь. Да главное, чтобы мухомор на глаза не попался. Как дела, Анастасия Рюриковна? Роскошно. Накопала что-нибудь для меня? Так точно, ваше сиятельство. Так. В районе станции метро Нарвская проживает 5 человек по имени Виктор и фамилии Терещенко. Угу. Двое из них пенсионного возраста. Из оставшихся троих, один на срочной службе в армии, а два остальных, вот эти двое, стоит проверить. Так, ну давай проверять. Поехали? Да, берем Дукалису и по коням. Давай. Вань. Что-то я у тебя хотел спросить. Как щенок-то, нашелся? А, да нет. Все отделение обыскал, нет нигде дурочка маленького. Найдется. Фу.
Здравствуйте. Вас в какую квартиру вызывали? Восьмую. Сообщили, у кого-то ножевые ранения. Это квартира Терещенко. Ребят, боюсь, мы опоздали. Редко бывает. Боюсь, доктор, что ему ваша помощь уже не понадобится. Толь, давай позвоним экспертам. Думаю, у них здесь много работы. Угу. Мое заключение вам потребуется? Конечно. Вы же первый, кто может официально констатировать смерть. Ну, ответьте, пожалуйста, вначале на пару вопросов. Хорошо. Согласно заключению патологоанатома, смерть Виктора Терещенко наступила в результате большой потери крови где-то за полчаса до нашего приезда. Врач скорой сказал, что к ним звонок поступил анонимный. Эксперты обнаружили в квартире следы отпечатков трех человек. Ну, один из них принадлежит хозяину, а вот двое других пока установить не удалось. По заключению эксперта, хозяин квартиры был убит во время драки. Да, и в квартире еще были обнаружены следы крови, группа которой не совпадает с группой крови Терещенко. Юрий Александрович, пока все. Узнаю вас. Плохо работаете. Плохо. Ну, Юрий Александрович, ну как же плохо? Ну мы же нашли преступника. Его фотографию опознали свидетели похищения. Ну и что? А где ребенок? Где его мать? Кто убил Терещенко? Ну... Ну, ответьте мне хотя бы на один из моих вопросов. Юрий Александрович, мы работаем. Очевидно, что между этими вопросами есть связь. Мы ее ищем. Да плохо вы ее ищете. Время идет, а у нас ничего, кроме новых вопросов и трупов. Юрий Александрович, мы делаем все, что можем. Так. Простите. Идите, работайте, идите. Я жду доклада о результатах. И сегодня же. Алло, Галина? Галина, это вы? А где вы были? Почему Михаил не сообщил мне, что вы нашлись? Галина, я еду к вам. Я еду сейчас к вам. Пожалуйста, никуда не исчезайте до моего приезда. Эта просьба касается Михаила тоже. Да, я вижу, день-то у вас не из легких был. Вы хотите знать, где я поранился? Хотя какое это отношение имеет к делу? Хорошо, я расскажу. Это было бы любопытно узнать. А еще было бы любопытно узнать, почему, а главное, куда пропадала ваша жена и когда она вернулась? Все очень просто, я объясню. Я не сомневаюсь в том, что это просто, но прежде чем отвечать, я бы хотел, чтобы вы учли, что пару часов назад у себя в квартире был найден мертвым Виктор Терещенко. Преступники оставили достаточно улик. Там и кровь, и отпечатки пальцев, и прочее. Сейчас там работают наши эксперты. Вот теперь, когда вы это знаете, я вас слушаю. Расскажи ему все. Я расскажу. Я не знала, что он умер. У меня был когда-то роман с Виктором. И мы даже собирались пожениться. Но потом я познакомилась с Мишей, и мы расстались с Терещенко.
Виктор всегда был очень взбалмошным, неуравновешенным человеком. Они даже с Мишей дрались пару раз. Но потом мы с Мишей поженились, и Виктор отстал от меня. Я тоже думал, что он отстал. Но я ошибся. Когда он объявился вновь, Терещенко? Где-то год назад. Мы с Алешей гуляли, и он нас встретил. Ему показалось, что Алеша чем-то похож на него. И он вбил себе в голову, что это его сын. После этого Виктор начал преследовать меня. Галя, подожди. Нам надо поговорить. Нам не о чем разговаривать. Ты знаешь, что есть о чем. О нашем сыне. Это не твой сын. Ты врешь. Ты всегда хотела богатой жизни. Когда ты бросила меня ради этого козла, я стерпел. Угу. Но я не отдам ему своего сына. Это не твой сын. И оставь меня в покое, сумасшедший. Галя, подожди. Я позвоню тебе, Галя. Это был ужас. Виктор постоянно звонил мне, угрожал, подкарауливал. Почему ты не сказала мне, что он снова объявился? Я боялась. Ты сомневалась во мне? Простите, Михаил, но мне бы хотелось все-таки дослушать рассказ вашей жены. Когда Леша пропал, меня парализовало от страха. И когда Виктор снова позвонил, я заподозрила, что он как-то причастен к похищению нашего сына. Он что-то сообщил об Алёше, да? Нет, он только намекнул, что если я к нему вернусь, сказал, что он все простит и что мы снова будем вместе. Иначе он сам найдет Алёшу, а я его больше не увижу. Он требовал встречи, и я согласилась, так как почувствовала, что он что-то знает об Алёше. Что потом было? Потом я услышал его голос на пленке и поехал к нему. Вы знали его адрес? Да, там была последняя наша встреча, после которой он отстал от Гали. Вернее, я думал, что он отстал. А что произошло в квартире Терещенко? Виктор требовал, чтобы я вернулась к нему. А я просила, чтобы он сказал, где находится наш сын. После этого он напился, и я хотела уходить. Но тут... Ты что здесь делаешь? Миша, я все объясню. Убью, гад! Миша! 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 Прекратите! Да прекратите же! Хватит! Миша! Я испугалась. Я с трудом уговорила Мишу все скрыть, а он с самого начала хотел идти к вам. Перестань меня выгораживать. Мы оба приняли решение. Вы абсолютно правильно сделали, что все рассказали. Следствие так или иначе бы вышло на вас. Наверняка вас видел кто-нибудь, и следов там полно. В общем... Скажите, а Мишу не обвинят в убийстве? Ну, я надеюсь, что следствие докажет, что он защищался. Об Алёше что-нибудь известно? Мы работаем. Поверьте, мы работаем. Ну, похоже, Одинцовы сказали правду. В квартире Терещенко поработали наши эксперты. И получается, что... Вань, я же сказал, найдем. Ой, какой хорошенький. Ну, это смотря на чей вкус. Юрий Александрович, откуда он здесь взялся? Вот нашел сегодня в коридоре. Скулил видняк. Видно, проголодался. Прежние хозяева порядочные сволочи были. Голодом морили бедняку. Потерпи, вечером домой пойдем. Я тебе там настоящее место устроил.
А жена давно просила собачонку завести. Обрадуется. Все, тихо. Потерпи, потерпи. Мы тут посовещаемся, а потом домой. Все. Так, что говорят эксперты? Значит, отпечатки пальцев на ноже. Угу. Отпечатки пальцев Терещенко. Так. Положение его тела, порезы на теле Одинцова. Угу. Все это подтверждает то, что Михаил Одинцов убил Виктора Терещенко в порядке самообороны. Вот как. Юрий Александрович, у нас есть и труп, и убийца. Знаете, похоже, это редкий случай, когда нам не надо никого искать, а? Надо искать ребенка. И срочно. Похоже, у Терещенко нет сообщника. Где же он в таком случае держит ребенка? У него есть друзья, родственники. Думайте, надо проверить. Все. Вань, Ванечка. Давай. Пойдем. Настя, есть что-нибудь по родственникам Терещенко? Есть. Терещенко Анна Дмитриевна, 1945 года рождения. Проживает по... Мать? Ну, судя по всему, да. Надо ехать. Ну, поехали. Поехали. Привет, малыш. Тебя как зовут? Алёша Одинцов. Лёша, так. Угу. А мы в гости к тебе Привет. Приехали. А кто-нибудь из взрослых есть дома? Есть. Кто? Вашка Нюля. Бабушка. Так, Настя, ты тогда побудь здесь, а я схожу пообщаюсь а мне с Настя бабушкой. Зовут. Здравствуйте. Ну, пойдем поговорим. Настя. Сказывай, как вы тут живете, чем занимаетесь? Хорошо. Садись. Ходите куда-нибудь? Да. Куда? На e-байк взяли, Миша. Я такого леша поймаю. О, сам? Да. Вот это да. Бабушка какие пирожки печет? С грибами, с капустой, с травой. С травой? С какой? Не могу я вам поверить. Не могу. Витенька всегда был такой добрый. Тихий, ласковый. К сожалению, это правда. Вон, Алёшу привез. Это, говорит, сынок его невесты. Она женщина хорошая. И тоже приедет. Только сначала отпуск оформит. Ну-ка, расскажи, дядя, какие пирожки печет бабуля? Бабушка не такие вкусные пирожки печет. А какие? С капустой, с грибами. Она хорошая. Бабушка не грозит боится, а я не боюсь.